Привет, дорогие друзья, с вами тут Импалт. А прошлую серию вы хорошенько поддержали лайками, меня это обрадовало. Поэтому я сразу же сегодня упустил новую серию Jurassic World. Сейчас давайте соберем деньги и продолжим проект Indominus Rex. Вот если вам понравилось, давайте соберем нормальное количество лайков за это видео. Лайки... Мне очень нравится, я люблю лайки. Так. О! Офигенно, вот сразу вот просто. Отчет сделал. Поместить теперь. Сейчас самое интересное у нас будет. Настя, ты жрёшь. Не, ну многовато ты жрёшь. Так, карточки. Ой, зачем очки доверия еще дали, ну ладно. Так. Забирать. Вот тебя мы продадим. За фиг ты нам нужен. Блин, я ж пошутил, я сказал продадим. Так. Вот тебя мы еще хорошенько осмотрим. В принципе, нормальный. Черепашка. Наверное, ты опасная черепашка, небось, или нет. Ладно. У тебя карта. Сейчас посмотрим на твою карту. Черепашка. Так, где тут твоя карта? Ага, вот. Супер редко это, да? Ух, слушай, а ты такая нормальная. На уровне 40-м, конечно. Ты на уровне. Ладно, окей. Такс. Давайте сходим в поединок. Сражаемся. Или вот сначала вот лучше сюда зайдем. А нам тут... дает очень хорошие сделки, выгодные нам, между прочим. Чего защита соперника? Трюк. Не нам. Так, вот. Столкновение. Ой, точно, у меня же два тиранозавра теперь есть, но я вас сожру. Охренеть, я ж забыл то, что у меня теперь два тиранозавра мощные. Я мощный стал. Дайте прощу. Тиранозавр дубль 2, правда он слабее, но не выйдет.
короче, победил. Да, я победил. Ничего ты мне не сделаешь, лесник. Я тебе сейчас красивый фаталитет напишу. Нахрен и все, и нет. Ну что ж, победили, сейчас нам дают легендарный набор, да? Встретили легендарный набор. Интересно, кто нам там выпадет, наверное, кто-то очень сильный. Давайте открывать. 500 баксов, 1600 ДНК, несущий смерти, тиранозавр, а у меня он вроде был, очки доверия 650, охренеть. Ну-ка, а тиранозавр у меня вроде был. Вот он. У меня тут уже валюты, нам использовать можно. Легендарные. Ну что ж, ладно. Вводить тебя не будем. На какую-нибудь серьезную сделку тебя обменяем. У меня вон там есть два для эволюции тиранозавра. Так. Что у нас тут? Тут с усилениями. Азия. Что может выпасть? Не сильно хорошие вещи, конечно, могут выпасть. Так. Недостающий ресурс воды стоит 500 баксов. Охренеть. Ну что ж, продолжим тогда сейчас в следующий раз еще прокачивать. Только там уже до 40-го прокачаем, а нам еще его придется откормить. И тогда можно будет запустить эволюцию. Давайте посражаемся. Посмотрим, что есть. А, я же добыл. С усилениями сражаться. Прикольно. Ну-ка. Блин. Все или нет? 6000 там на еду. Так, и чё выпадет? Вот сейчас что-то хорошее должно упасть. Е-е-е, набор, бич. Обожаю наборы. Так, толстая шкура, поддержка. О, охренеть, один карты. Это шикарно. Так, что мы с тобой будем делать? Спарринг, а с кем тебе надо? Давай. О. Спарринг ты прошел, только чуть его не хватило, не пойму. Давайте дадим 62 бакса, мне просто только или нет. Ты чё ещё хочешь, принял что ли? Слышь, у тебя же покорность на максимум стоит, чё за бак, ну-ка на ещё. Блин, ну вот ты вымогатель, а? Ты задолбал. Ты забаговал, как мне кажется. Чё это все? Ну нафиг твою дрессировку, валяйся так. Ты больно деньги у меня сожрал. Так, по заданию.
нам надо завести амфибий. Ну, я думаю, то, что мне амфибий пока нахрен не нужно. Вот, кстати, в прошлой серии забыл вот эту вот красавцу показать. Он супер редкий тоже. Он, конечно, странно выглядит, да. Очень странно, но... Кстати, он жесткий. Водный поединок есть тоже. В прошлый раз мы неправильно все расстали, вот теперь мы должны победить, я отвечаю. Возвращаться, но меня это радует сильно. Подвиг игры начал возвращаться мне. Зачем всю атаку на меня просто дури? Я ж тебя сейчас убью. Вот тут я тебя сейчас все поставлю, потому что я больше не могу. Жесть. Вот дурик. Так, надо что-нибудь хорошее, чтоб нам выпало так. Эх, почти до редкого я докрутил. В принципе, я тут понял, надо крутить, пока не закончится. Так. Могу вот так вот сразу сейчас. Ради наград это можно. Thank you.
ты говно. Окей. Убил. Знаешь, тебе тоже ответить можно. А это что за динозавр? Я впервые такой динозавр вижу. Я чё-то новенький. Смотрите, вообще сдурел. Страх потерял, что ли? Окей. Я твою мысль понял. Теперь будешь ты. Нафиг свои действия. Вот так вот. Так, надо все говно пропустить и закончить рулетку где-нибудь тут. Ну, а 12 тысяч монет тоже нормально. я так думаю. Чуть не упадать, очень хорошее снежное существо. О, смотри, тут специально вот картинки нахрен. Очень хочу себе какой-нибудь из этих динозавров. Очень хочу. Но не динозавров, а из этого вида. Очень интересное обновление, обязательно покажу. Так, ну давайте еще так сразимся. Зажарешь меня? Вот это вот я тебе скажу, зря ты сделал. Подожди, сейчас отвечу. Хочу катан туда, потому что меня сейчас в любом случае улетел кровоядный ублюдок. Убирать очки, надо набирать очки, больше очков. Ну, лимнарин просто боятный связаться. Так, где сейчас щиток, не знаю. А, нет щитка в этот раз, ну ладно. Давай добить меня вот этими, если еще красивыми, дальше гибрида, гибрида. Будем добивать, как лучше. Бей меня, Рейч. Давай добей меня. О, давай, добивай. Красавчик. Ну все, вот сейчас вот будет красиво, смотрите, наблюдайте. Победу.
Так, надо бы все говно вот пропустить. Тут что-то набор в редком виде выпадает. Вот что опять говно, говно. Жесть. Что-то я не так делаю. Схватки. Ну что ж, ладно, дорогие друзья. С вами был Тутэмпал. Обязательно поставьте лайки. Подписывайтесь на канал, потому что в следующей серии я буду точно откармливать тираннозавра до 40 уровня. Все будет зашибись. Всем удачи, всем пока.